Всем здорова, ребят, меня зовут Акира, поиграем сегодня игру под названием «Звездные войны», «Джедаи», «Павший орден», которая вышла давненько, наверное, год назад где-то она вышла, вот. Игра чем-то похожа на Dark Souls, там также можно бомбить, тоже все Ну, конечно, Грандмастера возьмем, чё бы нет, конечно, Средненькую возьмем. Среднюю возьмем, чтобы, блядь, не сильно бомбить. Я не знаю, как насчет этой игры, будем ли мы проходить ее или нет, или просто посмотрим, давай глянем, типа, что это за игра. Добавим еще в Just Play, а если прям сильно зайдет, то, возможно, даже можно будет и пройти ее. Но я думаю, это займет несколько тысячелетий. Ага. Тут, короче, за кого-то пацанчика играем, какого-то рыжеволосого. Вот, я не знаю, кто он, что он, что он себе представляет, я не знаю. Я сначала думал, что это вообще Люк Скайуокер какой-нибудь, но нет, не он. Опа. Где это мы? Блин, «Звездные войны» я на самом деле не такой сильный фанат «Звездных войн», но вот игры мне нравятся «Звездные войны». Вот фильм я как-то нейтрально, что ли, отношусь, а вот... Ни хрена себе песенка. Авторских прав нету на эту песенку. Вот за этого пацанчика мы играем. Не хочу тебя прерывать, Кэл, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Побачи, сумки тут нет? На линии 10А есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. Мы играем в Закая. Он сантехник. Сюда. Уже иду. Йо, вот это «Звездные войны». Так, дай-ка я кое-что сделаю. Надо... Субтитры есть? Есть субтитры здесь, нет? Что-то я вообще не пойму. Диалоги. Это дополнительно. Что, нету, что ли? Да как так-то? Чтобы не было в игре таких субтитров? Ну и ладно. Ладно, хорошо. Давайте, обучайте меня. О, прыжок. Вот, видите? Стандартно все. Опа. Ё-моё. Как-то непривычно мне. Я думаю, нам расскажут, кто мы, что мы. Ты нет! Что ты делаешь? Ага. Конечно, блин. Умный какой, блин. Толстый. Надо было мне первым прыгнуть. Воу. Площадка демонтажа кораблей. Корабль сепаратиста. Давно не видал барышника. Да. Ну, красотища. Разберем и получим деньги. А что стоим? Вперед. Ну, Кай, или как тебя там? Пойдем. Она точно как Dark Souls? Мне что-то интересно уже. Вот что ж ты такой, а? Надо мне первому идти.
лестнице конец. Да ты что, блин? Интересно, за кого? Все обходной путь. Ничего, ага. Я находчивый. Встретимся там, друг. Ну, стрелка показывает какая-то сюда. Да, как? Серьезно? Ладно, погнали. Во-во-во, ни хрена себе. Уху! Это прикольно. Покинь эту базу немедленно. Ты кто? Ты нелегальный мусор. Нелегальный? Но мусор же. А ты погляди на себя, чувак. Я с таким видом вообще бы на улицу не выходил. Куда нам? Блин, сейчас Тарзан, да? Включай режим Тарзана. Опа. Раскачиваемся. Опа. Погнали. Ну, геймплей, я тебе скажу, блин, покруче, чем всякие Dark Souls. Но для этого нужны были субтитры. Я вообще ничего не понял, что он сказал. Полегче. Просто прохожу мимо. Давай, давай, погнали. Блин, за это... Чувака? В смысле? А. Из-за этого чувака, блин, мы теперь страдаем, блин, обходим тут, блин, полстраны. Из-за того, что он лестницу тут сломал. Своей тушей. Еще чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредитов. Куда? Так точно не туда. Вот туда, наверное. Давай, давай, погнали. Так, а когда враги будут? Дайте врагов. Будут тут враги? Рискуешь, Кэл. Рад я хочу видеть. Посмотреть, Dark Souls, нет? Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Бля. Да нет, там, это тебя управляю я, поэтому хрен его знает. Это все возможно. А, нет, тут хочешь не хочешь, ты не упадешь, я понял. Это хорошо. Что, туда лезть? Да ни хрена себе. Я тебе реально говорю, блин, ну все надо... Ой, так что за крысы бегают? Челябинские. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Ну, понятно. И должен нам еще бежать? Да, блин, спасибо. Это уже, знаешь, типа, блин, Assassin's Creed вместе с Dark Souls. Вот что-то ну, типа такого, да? А, вон он, этот толстенький. Оп. Погнали. Теперь сюда. Я уже запомнил, что на такие стенки, когда прыгаю, надо нажимать еще L2. Тут не надо, да? Было. Ну ладно. Я на всякий случай нажимаю L2, чтобы зацепиться. Так, ну тут надо вниз. Прыжок. Хуй, да. Я прилетел с планеты Земля. Куда дальше? А, Тарзан. Понял. Погнали. Тарзан! Я вообще падал вниз, а он, гляди, как прыгнул. Он с воздуха прыгнул. Вот это красиво я сделал сейчас. Только я так, наверное, умею. Так, ну сейчас надо вниз. Ой! Как хорошо, что я вовремя L2 нажал. Теперь сюда. Прыжок. И тут спускаемся. О, опять это. Subway Surf. Погнали. Блин, вот это прикольный. Это самый клевый в этой игре, кажется, да? Скатываться в волк. А где это? Где мой этот союзник? Там? Или наверх залазить? Ну-ка. Оп. Я правильно ведь делаю, да? Да, думаю, да. И раз. Красиво. Да где мой союзник? Тот этот, упитанный. Ты где? А, вон он ты. Здорово. Какой? Где? Какой рычаг? Ты про это, что ли? Ой.
Мне не нравится твоя... А, вон, подожди, слева. Слева что-то можно было нажать. Ты потянуть. Тянул. Готово. Теперь ты. Давай, дергай там. Так, заход зафиксирован. Обалденно. Идем на следующую. Ты как там? Охуенно. Напугал ты меня, парень. Да, конечно, да. Давай это опять тянем. Тянем. Потянем. Давай, давай. Тяни. Сейчас сделаю. О, все, я почти к тебе залез. Давай сюда. Все, иду. Иду, не волнуйся. Только все, я смотри. Здесь. Истребитель джедая. Просто клад. Настоящее сокровище. Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Да, все, пипец. Сейчас начнется моя новая жизнь. Давай. Я жду ее. Л2. Л2! Нет! Нет! Стой! Стой, 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 стой! Нет! Не надо так делать, пожалуйста! Что так резко все? Не надо так делать! Тихо, это я, если что, управляю. У меня руки через задницу без тихо, стой! Осторожно! Тихо. Прав, ты не повезло тебе, конечно, что я именно с тобой играю. Не могу забраться! Прав! Не упади! Не надо. Нет, не отпускай. Не удержаться. Да возьми меня за руку. Нет. Используй силу, блядь. Силу используй. Использовал. Я использовал ее. О, блядь, вот это было больно. Только прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда. Держись. А что, я мог его убить, да? Или мне обязательно было его спасать? Это что, да что ему держаться? Он пристегнут, он видит, блядь, он вообще вылезет оттуда. Прав, ты цел? Да. Ну, он бы тут был, если бы не я с этой суперсилой. Так, надо уходить, давай. Да. Все так быстро? Да обосраться. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я ж видел, я ж своими глазами слышал, видел. Прав. За тебя ж награда. Я знаю. Я знаю. Так что ж, будем осторожней. Да. То есть он скрывает, что у него есть сила? Или что-то типа того? Опять Кастана? Или загрузка? Ну и как ты? В норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И... я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай.
здесь небезопасно. Может, ты того сбегаешь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как на Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, Брауф. Да. Ну ладно. Ладно, Кайло. Вообще так быстро, я ничего даже не понимаю. Мой мозг не может просто понять, что вообще происходит, что так все быстро. Просто то, секунду назад мы там чинили что-то, потом такая хрень, потом какая-то еще хрень, потом какая-то сила, которая типа запрещенная. Я понимаю, что это сила джедая, как я понимаю. Ты где? Куда он делся? Куда делся мой союзник? Открыть. Пухлый, ты где? Я ж тебя найду. Брав, подожди. А, вон он идет куда-то. Куда он? А он не предатель там случаем, слышь? Можешь, ну нахрен за ним идти. Может, это вообще плохая идея? Или это сон? Мне он кажется странно. Давай не пойдем. Я, конечно, понимаю, что я именно иду. Но я не хочу идти. Не понял. Не понял. Открой. Что за хер? Тут нигде. О, можно открыть, да? Или нет? Да что за дичь? Чё? Разве я тут был? Это сон, это глюки, я тебе отвечаю. Все, я понял. Мы сейчас на корабле Звёздных войн там это. Ни хрена у тебя глюки. Я давай назад. Нет? Давай, ладно. Я понимаю, что это глюки, все, я уже понял. Ой, да, конечно, ты кто уже? Это мы сажал? Ученик, слушай и запоминай. Учитель. Верь. Учитель? Это летучая мышь. Это летучая мышь была, какая это учитель? Поезд встал. Что-то здесь не так. О, штурмовики, которые, блин, все время стреляют, не могут попасть. Полностью косы. Всем построиться. Может, очередная проверка на контрабанду. Да нет, что-то не то. Интересно, кто-нибудь там, типа, из Хан Соло или что-то типа того? По идее, никого не будет, да? Или будет? Чё, блин, женский Дарт Вейдер? А чё это такое? Чё за собрание? Нахрен я вам тут нужен? Женщина, я понимаю, что... Нет. Отпустите меня, я домой спешу. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Это не я, отвечаю. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Это не я. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Это не я! Наверное, мне стоит признаться. Это я... не... Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли,
Лучшие в галактике. А я сейчас бегу, типа, да? Империи. Инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Мы о, у меня клинок. Сейчас буду сражаться. Давай, я готов. Просто. Лазерный меч этот, блин. Для империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Ах ты сука. Тебе пизда. Световой меч. Неужели? Вам пипец, я отвечаю. Все, вы разозлили меня. О, штурмовики, здорово. Неплохая начальная тренировка такая. Разминка какая-то. Вы готовы, дети? Как ты здесь оказался? А, да, из космоса, извини. В космосе такие пробки. Да пошел ты нахрен, сдохни. Все, погнали. Я готов сражаться. Ты кто, робот? Красиво. Слышал, что передали по связи. Держи тело один, чтобы блокировать заряды от бластера. Давай, погнали. Ой, ой, красиво, давай. Как он все блокирует? А, что ты думал? Я ваншотю. Объект здесь. Ты тоже будешь стрелять, да? Бом-бом-бом-бом. Тихо, я... Не дашь ты мне отпор. А как залезть к вам? А, подожди, там надо... Стой, стой, стой. А, во, то есть отражение. Они меня не попадают, да? Блин, а где? А вот в играх они попадают меня. А в фильме они вообще полностью ноль. Дай бог, чтобы хоть раз попали. Так, взаимодействие. Блин, этого убили, напарника моего, а? Ага, конечно, это так реалистично, реализм просто зашкаливает, да? По такой скоростью на такой хрени идти. Тебя снесло бы уже лет 10 назад, блин. Как ты еще вообще живой ходишь, блин, джедай? Это вообще даже чуть-чуть реализма нету. Это, ну хотя это понятно, другой мир, Звездные войны, блядь, не там. О, это уже какие-то другие. Я решил отдохнуть, так я готовлюсь. Можно скрыть атаку? А, F3, опа. Погнали! На, нахрен. Ага. Ой, вот это эпично уже пошло. Давай. Готов? Давай, погнали. Извини, но я не умер. Это отрубить надо? А, нихрена. Оп. Ой, как хорошо его парировал. Ой, все, пипец. А мне нравится, знаешь? Мне реально нравится. Еще будет кто? Давай. Примените игроду замедление. А ну, замедлись нахуй. А тебе сдохни. Где еще? Вот здесь тут силы на объекты синим контуром. А, это вот это что ли? Замедлить. А тебя отрезать, да? Ай, где ты? Нет, стой, 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 ты так не делай, пожалуйста. Я не понял сначала, что он хотел-то от меня, блин. Чуть... Давайте, я тут. Ай, подранил. А ну помри нахрен. Оп, оп, оп. Вот скотина, а. Я умею. Да парируй, пожалуйста. Оп, готов. Вниз? Ну, вниз, конечно же. Витал, что я могу. Блин, ну на самом деле прикольная игрушка. Наверх давай. А, вниз, стрелка какая-то вниз показывает. И что это? Нет. А, вот, вот тут. Ну, ты там пролезть ведь можешь. Ну, ладно. А, попал в стране, понял. Не, ну так-то, блин, реально качественная игрушка, прикольная.
Даже на самом деле хочется ее пройти, но это я пока посмотрю. Пока она будет, наверное, в Just Play, скорее всего. А потом оттуда ее вытащу, если решу пойти ее. Оп, погнали. Уклонение, перекат, опа. Погнали. Я Dark Souls и просто монстр. Блять. Да нет, нет, стой. Я понял. Ты замедляйся, ты кранты получайся, и ты умирайся. Давай, все. О, видал, что могу? Все, сдохни. Я надеюсь, нам расскажут, типа, кто на самом деле этот человек, вот этот Закай, кто такой Кай этот, блин. Пойти вперед. Может, вдруг его, типа, отец там Люк Скайуокер или Хан Соло, блин. Все может быть. Ох, нет. Нужно укрыться. Укрыться? Я понял. Сейчас. Укрыться, я понял. А-а-а, ты куда? Прямо в... Да откуда там дырка, блин, была? Это русские дороги, что ли? Надо успеть между выстрелами. Понял. Беги. О! Красиво, бежим. Ой, ты куда? Вот сюда. Бежим. Быстрее. Бегу! Открой! Спасибо! Ты кто? Ой! Спасибо, вертолет! От души! Назад! Они отстрелили. А? Я понял, приколюху, погнали! Погнали! Я умею! Надо вниз. Вниз? Спасибо, кто сказал! Я бы вверх уже полку. Что? Бляха! Это я должен орать! А то мое неправильное движение, ты сдохнешь! L2, хватит! L2! Вот. Поэтому не показано было, что L2 надо нажимать, но L2 там хватает все время, поэтому я и нажимаю L2. Только наверх, я понял, давай, вверх. Бежим. Ползи. Там все еще вертолет. Ты куда? Это не моя сторона. О, это уже опасно, слышь. Это уже 18+. Это уже 20+. Можно побыстрее, пожалуйста? Пожалуйста, быстрее! Давай. Давай. Все, я жив. Бляха, зачем ты опять здесь? Подстрелите его! Спасибо. Джедаи прилетели, да? Джедаи, я ваш. Спасибо. Ты кто? Беги. Подберем. Куда тебя, бежать? Как сможем. Туда бежать? А что сейчас ветер сильный для тебя? А как на этой блядь сосульки ходить? Ты вообще это, даже ветра, блядь, как будто не было. А сейчас смотри, у тебя там какой ветер. Да, конечно, блядь, реализм просто жопа. Нормально, да. Хорошо. Ветер для него, видите, сильный теперь пошел. Куда? Направо опять. Игра вроде, знаешь, неинтересна, все это, блин, продумано. Но не так сильно продумано, как хотелось бы. Потому что, ну, глупые, типа, ситуации. Любой человек бы на такой скорости бы уже слетел нахрен с этого поезда. Поток ветра просто тебя бы выкинул. Думаю, мы тебя одолеем. Нет, стой, пожалуйста. Я все понял. Я все понял, пацаны. Он не на тех нарвался. Да конечно, блин, сейчас я сейчас воскресну, подожди. Я сейчас воскрес. Все, погнали, дубль 2. Херово дубль было, удалять этот дубль. Я еще ни разу не умерел. Я не умер ни разу. Все, давайте, я готов. Давай, все, поиграем тебе, да? А ну, замедлись. А ты сдохни. Больше никому не
погибать. Опа. Давай, давай, давай. Все. Ну все, давай. Следующий. Блин, кто там? Ах ты сука. Тихо, стойте, подождите. Я еще не умер. Я... Давай, 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 давай. На нахрен, ну сука. Давай, стреляйте. Оп. Еще стреляй. Сука. Стреляй ты. Блин, там в дугу раньше стреляет. Ой, бля, я понял, ладно. Давай, стреляй. Тебя ты стреляй. Да куда? Стреляй. Штурмовики никогда не попадают. Как вы попадать можете, блин? Скажите мне. Вы бессмысленные люди. Давай, стреляй. Оп. Оп. Давай. Оп. Красиво. Дальше идем. Что еще? Что такое? Поезд встал? Поезд встал. Что, реально встал? Это, наверное, та девка, да, постаралась. Красотища какая. Ну ладно, об этом думать. Это подожди, это девка стреляла? Не надо, я же тут! Они хотят моей смерти. Давай, дверь открывайся! Дверь открывайся, пожалуйста, дверь! 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 Дверь, 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 дверь! У-ху! Вот это американские горки, вот это я понимаю! Прыгай! Прыгаю! Держись! Кнопка, L2, L2, давай, L2, L2! L2, ну! Никуда я L2 жал, нечестно! Давай, сила, сила! Ты куда? L2! L2 жму! Все, L2, красиво! Я жму L2! Вот это мягкое приземление, понимаю. Это противники или... подожди, это нормальные люди, да? Да, конечно, нормальные люди. Я... у меня отпуск. Ждите через месяц. Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Кто твой учитель? Подава. Вдруг я его убила. Кто пожертвовал собой, чтобы ты вышел? Тебе пипец. Но я понимаю, что это... я солью ей, да? Быстрее, чем я думаю. Воу-воу, а я так могу? Я тоже так хочу, научи меня. Давай, звездный, опа. Да хуй тебе, я умею L1, жми. Уклониться от красных атак, и их невозможно блокировать. Оху! Успел. Замедлись. Я замедлил тебя, ты что такая быстрая? Я тебя замедлил. Вторая сестра, уйди. Где первая сестра, она меня обижает. Мама, блядь. Уйди. Я не боюсь драки, я тебя боюсь. Да нет! Быстро поднимайтесь после того, как вас били с ног. Да мне пиздец, какой ног? Она сильнее меня, это 100%. Ладно. Ой, ой. Следующего удара не уйдешь. Уйду. Я вот специально запрыгнул, пойду. Уйди нахуй, уйди. Ушел от следующей атаки, видишь? Я молодец, а ты говно. Что? Что, 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 что? Давай, 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 давай. Я готов, квадратик. Я много жму квадратик. Давай, давай, пожалуйста, квадратик. Квадратик, не подведи меня, квадратик. Спасите. Спасибо. Нахуй вы меня стреляли, дебилы. Чисто тиммейты. Здорово. Давай, 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 давай. Я, уйди. Все, я в домике, отстань. Я потом подкачаюсь, вернусь к тебе, не волнуйся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Закрой дверь, улетай. Вызови ее в маску. Ой.
Поцарапал. А кто чинить будет? Ты кто? Ё-моё. Ну-ка, используй силу. Ты думаешь, ты же можешь там силу использовать на неё. Пока. Ни хрена у меня глаза вот вылезли, блин, из орбит. Что? Гаси эту штуку и садись. Да выключи мне уже. Спасибо за помощь. Кто вы такие? А вы кто? Я Церы Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Нормально. Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. Кэл? С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но ну есть да. Задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден джедаев. Вот я умею. И как это называется, павший орден? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. А кто тогда? Я один буду, да, восстанавливать? То есть у вас только я. Капитан. Не волнуйся, найдем еще кого-нибудь. А пока что пойди отдохни. Хорошо. Иди, не бойся. Пока. Пока. Он не может ей ответить, отвечу я. Нормально. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Это мой напарник говорит, да? Ух ты, блин. Разговаривал во сне. Да. А ты не чудик, ты посмотри на себя. Вот так и. О, приз получен. Богомол. Не знаю, видишь ли ты. А я вижу. Я вижу, что приз получен. Так. Куда нам? Капитан! Есть что похавать? Это что, гитара? А я могу сыграть на ней? Чего? Ну-ка, давай на гитаре сыграем. Я умею. Давай. Я сказал, я умею. Это я управляю. Песня. Это я сочинила ее. В смысле ты сочинил? Это я сочинил! Ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Нихрена себе. Мы знакомы. Вот это поворот. Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий. А ты об учителе даже знаешь? Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась.
При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Угу. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Куда мы? Богано. Немного похож на планету Земля. Чуть-чуть так. Мальчатарков. Мы на Бога. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Оу. Каков план? Мы тут и тут будем. Спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Мы восстановим джедаев. Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Мысли. Да прибудет с тобой кем? Сила. Yes. Да, прибудет. Земля. А с кем мне идти знакомиться? Похоже, я ищу джедая. Но полосочку навыков. Джедай, зачем же я, Цере? А наш джедай, наверное, он тут не умеет, да, ничего делать. А стоп, а это... Ух, нихрена, у меня есть... А я могу улучшать это? Или как? Пончо. Чего? Да лучше жилет пока оставлю. Богомола можно перекрасить. Отлично. Я ничего не могу это прокачивать, нет? Сенсор на панель может? Нет. Ты кто? Хрен его знает. Ладно, давайте пока что закончим на этом. Вот, серия такая хорошая. Ты кто? Ты не смотри на меня. Он смотрит на меня. На меня ведь смотрит, да? Не понял. Бляха, реально на меня смотрит. Ну его нахрен, давай реально быстрее заканчивать. Так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о видео друзьям. Вот, ну, что я могу сказать? Игра охрененная вообще на самом деле. Охрененная. Видишь, он даже стоит как круто. Типа, ух ты, бля. Пиздатая игра, чувак, подпишись на канал, поставь лайк, видишь, он тебе говорит даже. Не знаю, он пока будет в джастплее, если прям зайдет, прям реально зайдет. Вот, по вашей реакции буду смотреть еще, если вам реально зайдет, то будем дальше проходить эту игру. Я только за, на самом деле, интересная игра. Ладно, все, всем до скорого, всем пока.